Итак, локация. Мы на суконном рынке снова. Опять. Все сувениры вы уже видели, но Наташа хочет примерить что-то из янтаря. Янтарь мы вам так подробно не показывали. Вот такие фигурки, дракон. Жалко, что отсвечивают. Мы вчера еще видели. Кстати, вот такие вот красный янтарь. Мы спросили сегодня на ярмарке, сказали, мы трошки допомогли, да? Да. Помогли чуть-чуть сделать такой янтарь. Рассказывают, что белый вот такой самый чистый. Так, идемте. Сейчас обхожу. Я здесь. Вот такой, Наташа, вот я хочу какой-то. Вот такой вот желтый. Ой, боже, мигает. Либо называется. Вот с какими-то вот такого. Вот. Так, еще раз. Вот желтый, чисто а желтый. А ты возьми три штучки разные, и мы померим либо и покажем. Вот я не знаю, вот те вот. Вот такие вот, знаешь, именно желтый-желтый. А желтый-желтый, не оранжевый, да? Нет. Желтый-желтый, не оранжевый. Ну, красивый, да. Держу камеру в руке, может немного трясти, прошу прощения сразу. Знаете, так и нелегко здесь вот снимать, потому что то мигает, то некоторые продавцы просят убрать камеру. Ну, понимаю, в принципе. О, снова мигает. А народу, кстати, помните наше видео первое про суконные ряды, где вы показали все сувениры, и янтарь тоже, я написала все цены в субтитрах. Вы лайк мне поставили за это. Нелегко субтитры писать, ну какой красивый. Ну вот сейчас будем примерять уже, посмотрим тогда. Кстати, в городе вчера гуляли, тоже очень красивый магазин с янтарем. Смотри, вот этот с крестиком 121 злота стоит. 121 да, с крестиком. Да, это то, что я вижу. Ну, отойди чуть в сторону, я хотя бы вот так вот покажу. Вот так вот хоть лучше видно, хоть не мигает. Ну, красивый с крестиком. Ну, я не хочу с крестиком, но... Ну, я поняла. А мне вот такие вот ведь нравятся, такие вот с добавлением. Вот если покажу сейчас такой зеленым, такой вот зелененьким камешком. А мне вот этот нравится. Ну, давай. Да, пожалуйста, будь ласка. Ну, девочка приличная, не кричит. Выключите камеру. А будь ласка, вот цей, вот, ну, микс. А мне с крестиком, ага. Я хочу. Так, то так. Возьми еще какой-то. А маленький желтый. Такие. Ну, давай. Знаете, что вот цей вот микс теж. Ну янтарь просто это король Кракова. Так. Ну, давай, меряй. По ценам давай. А по ценам... А цены це тут, так? Тут. 213. 213. А самый дорогий бурштин, це який вважається? Самый гарний, дорогий. Most expensive. Most expensive. The most expensive is the yellow one. Yes? Yes, it's the most expensive because it's pure. The rarest. I mean, every single amber that is here, it's pure, it's real amber. Uh-huh. But this one is the most expensive because it's really rare. А, он очень редкий. Ага. Он очень редкий. Много кислорода внутри. Ага. Да, это очень красиво. Смотри, вот 213 это цена, 213. Да? Если этот 100, да? Мне этот больше нравится, с ума сойти. Этот 121 с крестиком, а этот вот 85. Вообще 85. Слушайте, жалко, что мы уже возвращаемся. Да? Я бы уже и на сувениры взяла кому-то, ну, в Украине. О, а меньше? Красивый какой, слушайте, прикольный. А меньше, smallest. Very big for her. Ух ты. А потом примеришь еще, я примерю с крестиком себе. Это смотри мне еще. Тоже большой. Что ж такое? А вот эти у вас, вот там, желтые. Не-не-не, yellow. Спасибо, мне чихать на меня не надо. Up. Браслет. No, up. Ага, yes. Ну, что-то он мне как-то большой. Ну, окей. А вот этот ты маленький, ты не померила этот вот? А они одинаковые. I think it's same. Да? Такой же большой. Видишь, а я хотела... Слушайте, как обидно. Я, наоборот, думала, что на деток. Они тоже какие-то... О, why it's so big? Да, слушай, ты же на каких красивых женщин-то. Ну, красиво. А померяем и с крестиком. С крестиком. Угу. Мне с крестиком очень нравится. Ну, с крестиком самый маленький тебе. Ну, я с крестиком не хочу. Я поняла. А ты не хочешь? Ну, сейчас я померю. А померяй еще вот этот вот, два цветных. Ну, это большой. Да? Ну, померяй. Мне этот нравится.
Так, ну что, друзья мои, что бы вы себе выбрали бы? Какой браслетик? Ну, я думаю, что если размер этот, хороший, да можно брать. У тебя кисть не совсем узкая, в принципе. У меня маленькая кисть, а тут очень маленькая. И это вообще большая. Не совсем широкая, я имею в виду. Ну, да, не широкая. Ну, блин, что это такое? Вообще. Я хочу желтый, мне так нравится вот цей желтый. Але меньше. А меньше не? Не. Давай ты же этот померишь. Давай. Хочешь, давай. Держи. Давай. А, и ты оденешь? На мою руку. Ну, давайте. Ну, мне, конечно, четко. Да, неплохо, хорошо. Красиво, не знаю, надо подумать. Ну, 121 злотых, сколько это? Ну, вы уже видите, сколько это в евро, а мы еще не знаем, поэтому мы еще посмотрим. Ну, девочки, очень милая. Девочки, лайк поставьте. Все еще ищем браслет Наташи. Но, кстати, прям один упал. Нет, вот бачите. Ну, я цього на відео хотіла вам показати, щоб тебе знайти. Але вони не знімають. Девушка тоже хороший, симпатичний продавець. Наприклад, зовсім малесенькі бувають такі. Це буде трошки більше, мені здається. Так, ні, це великі вже. Це не великі розміри. Це вже більше розміри, ще пошукаю, може менші. Ну, це хоч якийсь маленький, але з якими-то добавками. Ну, от ці добавки, що ти. Я не розумію добавок, от ці все. Але от такі я хочу. Але без оцього нашого цього. Можна відрізок, нема проблем. А, ну ні, це вже буде інакше. 395. Але це міриться трошки за маленький тут буде. Ну так, не вистачає, так. Ну ще другі поміри. Може такий розмір, або такий інакша форма якась. Ні, оце я не хочу вже. Це більший буде, так. Це більший. Я вам можу зменшити, це нема проблеми ніякої. Ну, щось вам сподобається. Зменшити можу завжди, збільшити вже, на жаль. Ого, це такі завеликі, 195. Такі менші, 195, вони такі більш білі. Або цей дуже гарний з цими. Чим більше, тим більше, тим буде дорожче. Да, що тут навіть ціни намного більше. Ну, на жаль, таких молочних, не фрукозових, вже інших немає. Цей малесенький теж, але побільші камінчики, але маленький розмір. Я такої не люблю. Ні, я такої не люблю. Я, короче, никак не можем все еще выбрать. Они помнят 59 фильм. Это большой. Нам тоже и на размеры, как да, и по ценам как-то не больше. Это были тоненькие. Нет. Хочется, чтобы взять это и пить, знаешь. Тогда давай еще посмотрим. Да. 400 злотых, а 60, зависит от девочки, какие просто вообще красивые. Ну, покажет, что его аккурат нам на себе. За вяле, не с ними дать, а янтарь. Янтарь очень популярен. Очень много людей смотрят, очень много людей берут. Если взять и скидку, может, сделать. Маме, покажи это, смотри. Говорят, что в этих вот звездочек и мишка, ну, вот же тоже янтарь. Янтарь. А мишка, мишку покажи. Бачите, это, вот мишка, это зеленый янтарь и такой, как классичный, мабуть. Такое вообще прикольное. 785. Ого. Да, с породы какой-то взяли что-нибудь. Ну, вот еще такой, ну, смешанные какие-то, как Анташа говорит. 42 стоит, 55 и 65. Но не можем мы пока ее размер найти, у меня все руки очень большие. Ой, а что это? Это для ребеночка, да? Да, 25, прикольно. Смотри, ну тут ей даже это... Вот Наташа именно вот такого цвета, молочного, хочешь, как она говорит. Вот ты знаешь, губа не дура, оно же такие дорогие. А вот прикольно, если как финичка. Ну я так и не люблю. То я уже не люблю. А, я как раз люблю фенички, но мне вот это вот классно, вот это вот мне нравится. Ну сколько такая? 50. Ну я не знаю сейчас. Наташа, можешь мне одеть на руку, пожалуйста? Я? А ну. Как оно делается так? Угу. Ну мне кажется, очень классно будет выглядеть оно. Друзьяка, в комментариях напишите. А переверни просто, не затягивай сильно. Я не понимаю вообще, как он... А. Переверни камешки, чтобы было. Так оно ж не это не будет... Ну, смотрится классно. Большевато. Ну, оно большевато. Ну, смотрится вообще, смотри, такой камень, такой. Смотрится очень классно. А это черный такой даже? Вот, да, темный. Вот фенечка классная. За 50, да? А, 45. 45. Ну, вот смотрится, ну, интересно. Ну, поэтому нужно подбирать размер. Но фенька классная. И вот просто красота за стекло. Надеюсь, вам видно. Такие прям из проволоки, что ли. Я думаю, что это что-то дорогое.
Наташ, посмотри, что это такое прям за стеклом красота. Мы такое не снимали. Из металла такое что-то сделано. Даже не знаю, может, позолота, может, серебрёное. Туда, там янтарь. Не, это я видела. Вы не снимали? Да? Я, наверное, не успела это в прошлый раз. А вот эти мне серьги нравятся, смотри, как. Ну, это не рубин, понятно. Ну, ага. И так интересно написано про города. Золотая битва Балтийского моря. Гданьск. Я извиняюсь, эти цены видела? Вон браслетик. Самоцветы, да, я не знаю, может быть, аметист, может быть, кварцы, 900. Оу, ого, оу. Ну, это золото, наверное, но оно может быть тонкое. Вот я хочу сказать. А это кораллы? Не знаю, по цене 915, ну, не знаю. Ну, я думаю, что это кораллы, а чего бы не стояли бы здесь на выставке. Не знаю, такие... Вот это варианты комбинированного бурштина, янтаря, вот 135 уже вижу. Симпатичные, но не то, что Наташа хочет. Наташа вот такого цвета хочет примерно, молочного. Просто показываю вам действительно, как оно красиво. Эти как леденцы. Это ангелы, смотри. Это леденцы. Смотри, это ангелы. Это ангелы, вот это подвески ты снимала, это ангелы. 406, 230. Я внимания не обратила. Сколько стоит? 230, 406. А вот же необработанный янтарь, посмотри какой. Засчитается черный. Самый энергетический, и желтый. А сколько же он стоит? Боже, я не знаю, наверное. Ну, бесценный, поскольку цены есть. Так, и снова это леденцы дюшес. Ну, та же детство не напоминает леденцы дюшески. Так, народ, ну все еще мы выбираем Наташе янтарь. Но если выберем, покажем. Слушай, обязательно. А может быть, я думаю, может быть, бусы, но маленькие. Бусы это тебе еще. Ну, давай мы еще пройдем в конец. Если что-то интересное будет, мы еще покажем. Так, бурштина пока не нашли, янтаря, а зато нашли классные коралловые браслетики. Вот за 18 возьму на сувенир. За 19. За 19. Одень тоже, пожалуйста. Такие классные кораллы вообще. Но я думаю, что это крашеные. Крашеные, да. А це 18. 18 и 19. Это сколько? А я не знаю. А це 26. Ого. Как-то возьмем таких браслетиков на сувениры. Очень классно смотрится. А, янтарь продолжим искать. А надо цены все, берем, мы снимем потом. Да? Берем браслеты. Вот, не, вот эти на сувениры. Это Наташа. 26 и 24. Да. Да. 110 крон всего стоит. 26. Так что вот такой у нас выбор. Народ, думаю, классные подарки нашим друзьям. Такое все еще происходит. Девушка считает, я в уме посчитала очень быстро, что это 110. Наташа долго считала. 110. Да. Да, вот такой вот у нас выбор сегодня. Ну, пока без янтаря. Вот Наташа уже бусы меряет. Янтарь. Это сколько? 197 злотых. Ну, смотрится вроде как, сейчас дам тебе посмотреть видео, вроде как прикольно. Еще вот такие варианты есть. А почем здесь? 299. Ну, вот такие ты мерила, да? А покажи застежку, кстати, какая. 194, и Наташа не совсем застежкой верена, говорит, пластик. Вот видишь, я не могу даже это раскрутить ее. Да? Может, девочка раскроет. Ну, я так и понимаю, что такие бусы, которые ты хочешь чуть-чуть такие. У меня что-то пластик вот цей... Меньше и... Не, мне вот подобается. Меньше, чем цепочка. Ой, телефон я всуну. Меньше, чем цепочка, да, они только на застежке могут быть. Они не могут быть через это одеваться. Ну, посмотри, не знаю, что народ вы скажете. Девочка очень приятный продавец. Вот много нет, вариантов буш. Пластик. She's afraid because of... Пластик. This is safety? This is not plastic. It's not plastic? А вот. No. This. You know? Yeah, this one, yeah. She's afraid that she will lose it. Yeah. What do you think? It's possible? Да, конечно, possible. No one has a problem with that. No one go back in. No one go back. Не может сделать, да, это. Никто нет. Она говорит, никто не возвращался. Ну, так, конечно, если я 3 дня здесь и уехала, конечно, я не вернусь. Ну, вот эти симпатичные. Это вот классно, слушай, вообще. Вот просто они играют всеми цветами. Есть и желтый, и белый, и зеленый, и темный, и еще темный. Я даже не знаю. Медовый, вот этот вот, который дорогой очень. Вот этот дорогой. И зеленый. Слушай, дорогой. Ну они классные. Они вот тебе подходят реально. Потому что мы там мерили зеленые еще. Ну это самое лучшее, что ты нашла. Все, загнали девочку наверх, еще Наташа увидела какие-то бусики. Но вот за 197, конечно, это. Ну, прикольные.
Даже 100... А вот то есть 178. Слушайте, да, тоже да, красивые. Да, да. Так я вот их увидела. Что... Ну, ты просто видишь. Не, вот где мои, которые вот все вот далеко. Вот все вот. Не, 100. Нет, это не то, не то, не то. Да. Даже попросили отложить их на 197 на 10 минут. Ну, по мере вот эти. Они... А, они тоже. Я думала, ты кнопочку другую видела. Ну, вот смотри, здесь сразу так видно, что оно открывается здесь. Померяйте за 178. Подожди. Сейчас вот, вот коралловые браслетики уже на Наташе. Прикольно. А видишь, оно чернее. А можешь видишь? Показать? Темнее. Можешь ко мне показать? Я не отвечаю. Не отвечаешь? Где, а мне кажется, что вот эти где вот... Где какие? Вот, померяй вот за, это первые. За 170 чем-то, и мы увидим. Ну что, друзья мои, что там, особенно женщины, в комментариях напишите, сталкивались ли с проблемой вот такого пластика. Ну, мне реально кажется, что, ну, зачем делать, если бы оно спадало бы? А ну, Наташа. Пластик есть пластик, он может в любой момент треснуть. Не, не одевай эти, давайте дам посмотреть видео. Вот, смотри, повернись. Они видно, не разные. Но они разные, эти темнее, я поняла, за 178 вот они эти темнее, темнее. Да, да. Они темнее, но мне нравится, они как-то оба хорошо смотрятся. Жру, ты нервничаешь из-за пластика, я не да. знаю, как даже как брать, не брать. Ну что, мы ходили, другие хорошие бусы мы не нашли. Да, как видишь, так и нормально. Да? Что, да. Попросили мы девочку нет. отложить, Наташа, наверное, примерно $40 стоит, да? Наверное, будем брать сейчас. Да. Подумаем, тебе здесь торговаться. Не знаю, сейчас спросим. Вот, девочка здесь сидит. Это что, да? Да. Да, 23. Мы повернулись бус. Девочка улыбается, говорит, вот ваш, ну давай. Еще раз это. Еще раз померяй, еще раз примерь, посмотри. Не, как, конечно, они классные, красивые. Вопрос в цене. Ну, так. Не знаю, стоит ли янтарь таких денег. Наверное, стоит. Не знаю. Мы были, говорят, что на суконном рынке типа дорого, но мы были в других магазинах, и там еще дороже. В магазинах Амбер. Там намного-намного еще дороже. Их столько много этого. Но на самом деле, когда что-то тебе нужно... На самом деле, посмотрите, какие цвета. Леденцы. Леденцы. Давай. Давай я даже обойду. Чтобы человеку не сбивать покупателя. Просто красота. Просто вот смотришь и наслаждаешься. Давайте вам увеличу, пока снимать-то можно. Слава богу, люди адекватные. Просто чтобы вы тоже посмотрели. Вот. Ходить, любоваться по рынку, это стоит побывать в этих суконных рядах, конечно. Видео уже одно было. А сейчас конкретное видео на покупку этих чудесных бусов, ну, Наташа. Как Полина скажет, господи, очередные бусики, вы что, с ума сошли? Куда их потом девать? Очередные бусики, но хочется, да? Вон девушка даже заглянула. Спроси у девушки совет. Как? Гарно? Гарно? Все, Наташа выиграла, теперь у нее будут бусики. Я хочу спитати, а який самый дорогий бурштин? Найдорожший? Да. І чому? Червоний буде дорожче. Ось такий самий дорогий. А це не... Бо колір є змінений через чоловіка. Ну, так. Да. Тому що цвіт змінений. English or Polish? English, English, English. Okay. So color is the changes by the human. Yes. That's why he's so a little bit expensive, if you see. But for the natural, то есть цвет был изменен человеком. The most expensive because ага. the, it is желтый. The unique. Потому что уникальный. It's like, it's green такой себе, популярный, короче, ну, зеленый. Yeah, самый дорогой красный, really самый уникальный желтый. И зеленый это вот такие дюшесы, ну, которые популярны. Да, когда мы спросили у мужчины, он сказал, мы трошки помогли, как мы он сказал. Трошки, мы ему трошки да помогли. Да, помогли трошки. Сменили цвет. Ну вот такое вот у нас видео сегодня. Смотрите, все-таки вернулись через пару дней и купили Наташе прикольные, очень даже прикольные бусы. Зараз одягну. Не все просто так, дают сертификат. Вот
вот такой вот штучкой. Так что, если что, гарантия есть. Можно возвращаться и менять, да, 178. И дают чек? Скидки только если больше 300. Да, до скидки. Все, Наташа сейчас одевает свой подарок и будет гулять Краковом уже в краковских бусах с янтарем. А ну, Наташа. Такая девочка, хороший такой киоск. 23-й, смотрите. 23-й киоск, заходите, очень продавец, очень контактный, классный. Покупатели, продавцы. Покупатели, да. Вообще зашибись. Покупатель зашибись, ставьте, да, лайк. Ой, красиво, да, это вот, правда? О, класс. Ну вот, мне нравится. Ага. Так что вот такие вот чудесные бусы. А она дала вам такие пакетики? Пакетик нет. Нет. Пакетик хочешь, да? А куда я все положу? А, ну в да. В принципе, не надо. Не надо, да? В общем... Классные покупки, классные суконные ряды, отличный янтарь. Счастливая Наташа, надеюсь. Да, народ, что там у вас по комментам? Ставьте, пишите, лайкайте и приходите. Пока.